30-летие независимости Казахстана совпало с обостренной геополитической ситуацией в мире. Пандемия, которая длилась почти 2 года, и напряженная обстановка в недалеком Афганистане должны объяснить ценность мира в стране, заявили участники круглого стола. Ситуация в Афганистане может привести к разной геополитической политике в мире. Мы рады, что для предотвращения этого принимаются различные меры. Самое главное, что мы не должны допустить, чтобы не пошатнулось единство нашей республики. Мы не должны скрывать тот факт, что внутри и за пределами страны есть силы, которые хотят, чтобы наше единство было разрушено, а страна потерпела крах. Поэтому, если у нас независимая страна, мы должны сохранить единство и мир в стране. Как известно, президент страны Касым-Жомарт Токаев в своей статье «Независимость превыше всего» разделил суверенитет на 4 этапа. На первых 3 этапах мы установили границы, отказались от ядерного оружия и стали членами мировых сообществ. А сегодняшняя цель – установить стабильную экономику. Конечно, ни для кого не секрет, что за 30 лет в стране есть проблемы, которые не решены. Об этом сейчас говорят в социальных сетях и политики, и простой народ. Все уместно. Но кто это исправит? Если в государстве есть недостатки, проблемы, вопросы, то должны объединиться в их решении. Последние 30 лет были периодом принятия важных решений для страны. На встрече были обсуждены важные знаменательных событий региона и достижения именитых земляков-акмолинцев. Также рассмотрены планы предстоящих мероприятий. Аблай Балтабаев, Айсаулес Есбек, Бауржан Смагулов, Берик Манап, Кукши Ахпарат.